Давай. Окей, okay, меня зовут Павел Демидюк, кто не знает. Я хотел вам рассказать про светофор, который многие из вас видели в 404-й руме. Кто не видел, как выяснилось, здесь есть пара человек, которые до сих пор не видели этот светофор, могут сходить посмотреть. Только, пожалуйста, сильно не дергайте Рому, он сегодня стартует проект, над которым работал пару месяцев. И нет, Рома, другой Рома, он до сих пор стартует. Посмотрите просто глазами. Я расскажу о том, как этот светофор появился в этой комнате, чем он там занимается, сколько он стоит и какие были альтернативы этого светофора. Итак, какая основная функция светофора? У нас есть несколько Hudson билдов. Фактически наши билды — это наборы тестов. И билд может быть зеленым и красным, в зависимости от того, выполняются все тесты или какой-то тест не выполняется. То есть стоит не выполниться, например, одному тесту, билд падает красным. У нас есть сервер. Роль сервера выполняет компьютер Егора Жамузника, спасибо ему за это. На сервере всего лишь один маленький скриптик, который дергает Hudson билды, смотрит, в каком они статусе. Если он находит хотя бы один билд в красном статусе, светофор загорается красным. И если происходит так, что мы обращаемся к Hudson серверу, например, и не получаем от него ответа, или, например, скрипт по какой-то причине перестал работать, у нас какие-нибудь проблемы на сервере, там Егор перезагружает машину, или порвался там USB-кабель, который соединяет сервер и светофор, светофор загорается желтым. Вот, собственно, и вся эта функция. Пару слов о самом светофоре. Я долго искал ГОСТ, которому соответствует этот светофор. Вроде как это советский светофор 82 года, это приблизительно, потому что ГОСТов, на самом деле, светофоров очень много, светофоров очень много разных. Когда-то был такой интересный случай, он огромный. Светофоров бывает три размера, они бывают десятки, двадцатки и тридцатки. Это диаметр линзы. В нашем случае стоит тридцатка, это самый большой светофор, который может быть. Это обычный дорожный светофор. В Минске осталось еще несколько таких фантовых светофоров, но их все заменяют на светодиодные. Светодиодные имеют точно такой же диаметр. Прикольно, когда-то проходил мимо светофора, и один мой коллега этого светофора, который уже здесь висит, рассказывал группе других коллег, что это железнодорожный светофор, поэтому он такой большой. Нет, он на самом деле не железнодорожный. Железнодорожные светофоры, как правило, двухсекционные, зеленого цвета у них нет. Это обычный дорожный светофор. Как он ко мне попал, я расскажу чуть позже. Найти светофор. Ну ладно, на самом деле это список светофоров, здесь сел кожный баран, вещи. Светофор вообще отправляется в утиль. То есть когда светофор отработает 25 лет или чуть больше, там, в зависимости от его состояния, его отправляют в утиль. Светофоры, они пластиковые, пластик отправляется на переплавку. Металл внутри светофоров — это отражатели, которые за линзами прячутся, они отправляются на металлолом. И стекло отправляется на цементные заводы. И вот там крошат, видимо, делают бетон. На цементные? Да, на цементные. Но это у нас так происходит. На самом деле, например, в Штатах светофоры не выкидывают. Светофоры продаются, используются там во всяких интерьерах, там, например, в барах, на дискотеках и прочее. Но у нас достать светофор и купить светофор невозможно вообще. То есть, если вы хотите светофор можно купить новый, например, светодиодный. Светодиодный светофор, белорусский, трехсекционный, стоит 1200 долларов. Это очень дорого. Да. Ну или через Пашку, да? Это можно найти через интернет, но то есть. Ну, у тебя есть купоны, там, наверное. Найти списанный светофор невозможно. То есть никто никогда не продаст вам списанный светофор. Я все-таки украл. Поэтому я посмотрел аналоги, какие есть на eBay. Основная проблема eBay-ских светофоров то, что, блин, они большие и, блин, они дорогие. Вот этот светофор афроамериканцы открутили, скорее всего, в тот же день, когда его поставили, он в отличном состоянии, и, ну, обычно им чуть хуже. И с вот этим леопардовым одеялом он стоит всего лишь 500 долларов. Был вариант вот такого светофора, мне очень нравятся, на самом деле, такие Stop and Walk светофоры. Есть еще вот такая моделька. Да, вот это, по-моему, круче. И почти что я уже заказал себе такой светофор, случилось чудо, и у меня нашли светофор здесь, но Stop and Walk, вот такой стоит где-то долларов 50, и где-то еще столько же за доставку, то есть, ну, в принципе, вполне там приемлемо. Так, вот бывают еще такие америкосы варианты. Вот это вообще классно, на самом деле. Я бы его взял, чувак, продает все же за 100 долларов, тоже идеальное состояние. Классно, Пандора, но
Достать, естественно, такой сетапур Беларуси. Робот бы запретил, тебе вешать над собой. Еще есть травма тоже. Есть прикольные вот такие светофоры, они реально используются для всякой сигнализации. Там, ну, либо ты можешь это сделать у себя в интерьере, либо там на производстве. Это именно светофор, который используется индор для сигнализации. Ну и вот хотел вам показать вот этот белорусский аналог, который стоит еще 200. Причем вот этот 5-секционный, потому что он будет стоить еще дороже. Вот такие дела. Чего внутри светофора-то прячется? А внутри светофора-то прячется контроллер. Называется MP710. Делают его в России. Это 16-канальный контроллер. В нем есть такой маленький классный чип, стоит $2. Называется ATIN45. Поправит меня Андрей Бас, 16 МГц, да? Да. Да. Этого вполне достаточно для того, чтобы запускать достаточно сложные программы. То есть он может вот этими 16 каналами, вот видите, все эти лапки управлять очень там по-разному. Он может их зажигать медленно, зажигать их быстро, там, в зависимости. Светомузыка. Да, светомузыку делать. И делать все это очень быстро. Еще это тени используют. Да, где вот их не используют на самом деле. То есть, ну, решение очень удобное для маленьких электронных вот таких устройств. Вот какая-то. Ну, это, собственно, сам контроллер. Он подрубается USB-проводом к серверу, который я вам раньше показывал. На сервере запускается программа. И она решает, какой из каналов, вот как, на какую из этих ножек попадет сигнал. И дальше с этих ножек сигнал попадает на реле. Реле уже четырехканальное, то есть один канал у нас свободен, у нас есть 4 лампочки, можем еще подрубить какую-нибудь сирену или там, не знаю, дым-машину, кто-то предлагал. Про реле, собственно, нечего рассказывать, кроме того, что данное реле прикольно тем, что у него есть нормально замкнутое состояние, нормально разомкнутое. То есть, когда на реле не подается ток, есть такой контакт, который замкнут. И если мы подаем ток, этот контакт размыкается, замыкается другой. Ну, то есть, другими словами, благодаря этому получается зажигать желтый свет, когда мы вырубаем светофор из USB-канала. То есть мы вырубаем USB, все реле размыкаются, и один из каналов замыкается, загорается желтый свет. Так это работает. Это всякий equipment, я про это рассказать вам не буду. Да. Стоимость. MP710 я по случаю купил в Киеве. Можно купить и в Минске, но в Минске придется ждать пару недель с доставкой, потому что их делают в России, конкретно сюда, возят только штучно. Ну, точно так же, как MP701. Ну, возят штучно, то есть нужно заказывать заранее. Будет стоить примерно то же самое, что и было в Киеве, почти то же самое, что в России. Они там почты как-то присылают, в общем, недорого. Эквипмент потянул больше всего за счет того, что в светофор пришлось прикручивать регулятор яркости. Если вы заметили, он горит сейчас немножко тускло. А справа у него есть такая ручка, которую можно повернуть, и он загорится очень ярко. Это пугает многих моих коллег, поэтому пришлось. Ну, изначально это не планировалось, но в итоге я вкрутил туда эту штуку. И сейчас мы можем сделать так, что он горит просто очень романтично, и у Ромы меньше волосы упадают, да? В стоимость я не включал светофор, потому что если включить светофор, ну, это очень приблизительно. То есть где-то так выйдет с доставкой, может быть, вы найдете трехсекционный, но сильно поношенный, не такой, как здесь, и сможете его доставить, если захотите. И, возможно, возьмете Trion Volk. В общем, стоимость очень-очень ориентировочная. Мне достался бесплатно, честно сказать. А с какой улицы ты его снял? Это город Бородище. Я думаю, что там только одна улица, улица Ленина, так что это улица Бородище. Пенедация, но и Бородище. Да, вышли там еще, кажется, Первомайская. Так, какие были альтернативы? Поправит меня Андрей Бас, и, кстати, это его фотография. Андрей Сибирис. Не Андрей Бас, а фотография. Есть такая платформа. Когда я говорил про стоимость, я не включил сюда стоимость сервера. Считается, что априори у нас есть компьютеры в офисе, и мы можем какой-то компьютер подключить. Но компьютер тоже что-то стоит. Все-таки, если вы хотите собрать автономную такую систему, вам понадобится компьютер. И можно было все это собрать вообще без компьютера. То есть, чтобы к светофору шел только еще один Ethernet-кабель, и компьютер был внутри светофора. Вот, например, это можно было реализовать с помощью двух вот этих вкладок, Ethernet Shield и Arduino, собрать их вместе, запрограммировать, и они бы сами уже там ловили сигнал из космоса и включали там нужные каналы. Все равно нам бы понадобилось бы реле, весь equipment. Это просто замена компьютера. Да, это просто замена компьютеру. Сколько бы это стоило? Чего же 30 баксов? Окей. 30?
Или можно было сделать еще круче. Вот это вообще полноценный комп, Raspberry Pi. Андрей Бас вам покажет, у него есть такая штучка. В нем крутится настоящий Linux, у него есть тоже куча всяких, видите, штырьков, к которым тоже можно подключать RDE, и компьютер работал бы вообще полноценно. Raspberry Pi совсем недавно пришел моему коллеге Сереге Сидоровичу, и он дал за него всего лишь 45 баксов вместе с доставкой. То есть, что, меньше? Ну, чуть больше получится. Да? Ну, где-то больше 60, потому что там еще растаможка будет. А, понятно. Ну, с растаможкой, короче. Тоже вполне как бы пассивная. И опять же, нам не нужен компьютер, у нас получается полностью автономная система. Все детальки закрыты внутри светофора. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. А ты писал код? Я писал код. А софт вот этот вот, который соединяет. Софт. Давайте расскажу про софт. Я покажу вот эту штучку, которая был софт. Чуваки, которые. Я даже связался с чуваком, который разработал эту штуку, которую он придумал. Ради софта для Linux, мне очень хотелось разбираться, как это все работает, потому что я совершенно ничего не понимаю в электронике, не понимал в электронике. Но чел сказал, что, к сожалению, у него есть только софт для винды. Был кто-то, кто когда-то писал для Linux, короче, не знаю, его контактов. Пришлось разбираться, как он предполагал, как это будет работать для винды. Есть FTP-сервер, есть программа на винде, в общем, она стучит на этот FTP-сервер, ты туда должен свои логин, пароль вбивать, и она забирают какой-то файл состояния с этого FTP-сервера, и вот эта вот штука, короче, ну, в этот файл состояния можно писать бинарный код, который будет управлять контроллером. В общем, система, мягко говоря, туповата. Пришлось написать для Linux. В принципе, оказалось не так сложно, когда понял, как это работает. Называется HID-устройство, Human Interface Device. Под них много документации, люди используют такие устройства во всяких других там роботах и прочем. И все мышки. Мышки, вот даже мышки. Да, кстати, мышка клавиатура тоже хит девайс, да? Да, и это тоже оказался хит девайс. И есть коды, которые соответствуют каждой из этих лапок, и софт, который запускается, просто шлет специальный код на эту программу, типа погаси мне все лапки и загори мне вторую лапку. Вот такие дела. Это было просто. А если он 4 цвета 3? Лапок здесь вообще, знаешь, сколько? А, в смысле, 24 лапки. Но 16 каналов, 16 лапок могут управлять, короче, каналами. То есть можно еще много всего подрубать, если мы зарели. Одна лапка ground и одна лапка плюс, наверное, или что. Каждый из рядов. Самой тени же там всего. Ну тут же еще видишь, какие-то вот эти блоки есть, я не знаю, что они делают, наверное, управлять этими лапками. С обратной стороны, кстати, очень интересно, там 16 светодиодов и. Тестить плату очень удобно, потому что ее не нужно ни к чему подключать, ты врубаешь там, светодиоды загораются в зависимости от того, что ты выбрал. То есть, ну, я тестировал все, полностью писал без светофора, у меня еще и не было. И это работает. То есть теперь мы можем добавить новые сервисы. Да, мы можем добавить еще как минимум 4 светофора. На одну эту платку. Все красные? Ну, естественно. Если все красные, то можно намного больше. Пашка, на сколько процентов возросла производительность труда после внедрения инноваций? Производительность труда и не должна была возрасти, и не возрастет. Наверное, ты хотел спросить, зафиксили ли бы билд после того, как появился светофор срама? Позора. Светофор не зафиксили, и знаешь, самая сложная здесь задача – это сделать так, чтобы билд… Ну, у нас есть 8 билдов сейчас. Нужно просто сделать так, чтобы они все стали зелеными. То есть мы долго за ними не следили, там есть много на чем покопаться, много есть что исключить из этого, пока еще вот до этого не дошли. Да. Вот когда мы сделаем зеленым, поддерживать, все будет гораздо проще. А вот это смотивировало там что-то менять или ничего? Ну, были порывы. И на самом деле это заработает, я уверен. Нужно время. Надо просто яркость. Каждый день увеличивать яркость. Мы думали, может еще какие-нибудь там сирену, звуковую сигнализацию, опять же дым-машины. Чуваки делали прикольно похожую тему, да, с ракетами, где ракета там поворачивается, установка такая, она нужна градус и пускает ракеты там в того разработчика. Кто сломал билд, когда да, сломал билд, да. Ну, то есть он знает, на какой угол нужно повернуться, там, в кого стрелять. Можно 404? То есть гирляндочку в офис сделать, это уже, ну, легко. Гирляндочку в офис уже сделать будет легко, я так понимаю. После светофора. 1005-10 стоит. Пиксель. Нет, своими руками надо там запрограммировать на музыку. Своими, да.
Да, я могу своими руками купить эту гирлянду. Гирлянда, интересно, придумайте идеи, кинуть. Америкосы придумали прикольную идею тоже, когда узнали про светофор, сделать поезд, который развозит бухло тем, кто поднял билд, и простые напитки тем, кто билд положил. Я бы вообще ничего не возил, потому что его положил. Что-то хочется выпить, подниму же я билд. Нет, положу и подниму. Я же знаю, за билд. Спасибо. Так а где ты все-таки по итогу? У меня была ошибка с этим, с переполнением буфера, что через определенное количество состояний ломалось. Да, да, через определенное количество состояний ломалось, просто зафиксилось очистки буфера после каждого раза, когда... Причем еще была прикольная ошибка с быстрым переключением. Эта штука может переключаться настолько быстро, что просто глаз человеческий не успевает. И когда много раз быстро переключаются каналы, бывает так, что электромагнитные волны воздействуют на реле и замыкается ненужная лампочка. В общем, долго не мог понять, как это происходит. Поставив задержку между переключениями, понял, что, короче, все просто. Просто электромагнитные волны. Где ты по итогу все-таки светофор достал? Светофор я достал через знакомых моих знакомых моих знакомых. Его привезли сами гаишники. Светофор, он отслужил свое, ты можешь посмотреть, у него даже немножко трещинка такая внизу идет. У него проржавевшие сзади отражатели, но этот пенсионер еще послужит много лет. Ваше предложение снять козырьки, потом менее массивно может смотреться. Да, но проблема в том, что мы думали про козырьки на самом деле. Но если снять козырьки, красный свет будет светить все время на голову Робби, ему будет приятно. Так, по крайней мере, он не видит этот цвет. Вариант, да. Зеленый. Только зеленый. Он, на самом деле, современный светофор. Робби просто нужно показывать вот эту картинку все время. Все так плохо. Хорошо. По всей видимости, здесь еще такое для четырех полос. Это, да. Да, он лишь козырьки еще такие массивнее. Ну, не знаю, ты говорил же, что он большой, потому что был на этом... Это обычный же... Нет, ты же говорил, что там уже какой-то большой, на магистральный он был? Нет, нет, такие светофоры стоят, ну, на любой четырехполосной улице. То есть, если две полосы есть в одну сторону и две в другую, то надо ставить тридцатку. Если там, допустим, выезд со двора где-то или еще какой-то маленький разъезд, так десяточку. А самостоятельно цветные лампочки, светофильтры? Да нет, так неинтересно. Понимаешь, в этом был прикол, теплый ламповый светофор. Можно было купить как бы светодиодный, но это уже совсем не то. Тут как бы, ну, мне кажется, так прикольно. Ламповый звук, ламповый свет. Браво. Скорость переключения, вот эта вот ерундовина маленькая успевает переключать, то, что я пробовал, включать и выключать 64 светодиода, при этом ну, не напрямую включать и выключать, а вот как и здесь через там еще дополнительные микросхемки, да, нет, микросхемки, которые вот, собственно, и дают 16 ножек из 8, со скоростью такой, что ну, ты не успеваешь заметить, 64 светодиода, матрица 8×8, ты не успеваешь заметить, кажется, что она горит вся, а она только одна точка в один момент загорается. Ну, очень бывает электромагнитные всякие поводы. Переключают сами все. Слушайте, если есть у кого-то идеи, давайте еще что-то. Да, давай замутим. У Андрея, кстати, много хороших альтернатив есть. Куча жилья. Ракеты Земля-Земля. Все, спасибо. Пока ты любишь Беларусь.